удивительно, режим в сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это без всяких сомнений очень серьезное преступление против своего народа. Я напомню, что даже легитимный президент Украины Янукович Виктор Федорович не решился применять армию в конфликте в Киеве. Не пошел на это, будучи избранным, имея мандат на общенациональный мандат на управление страной и будучи верховным главнокомандующим. Если сегодняшние власти в Киеве это сделали, то это, конечно, хунта уже, клика какая-то просто. У них, во-первых, у них нет этого общенационального мандата. Они в лучшем случае какие-то элементы только легитимности имеют, и то только в рамках парламента. Вся остальная легитимная власть по тем или иным причинам легитимной не является. И если вот эти люди перешли вот так называемые острые фазы, это не острая какая-то фаза, это просто карательная операция, и она, безусловно, будет иметь последствия для тех людей, которые принимают решения подобного рода. В том числе это касается и наших межгосударственных отношений.